что за версту их было слышно. Все обсуждали, был и дед покойный прав, который лучшего хотел. Эх, да горько вышло! Вдруг прекратились резко бабьи разговоры. Толпа застыла возле рыжего холма, где на вершине, сняв штаны задом голым, дразнил их парень из соседнего села. Его схватили, завалили на траву, раздели догола, затем его избили, спасли вое лицо и срапали ему. Бедняга, вырвавшись, бегом помчался в поле, слыхав истерики, ругая и броня. В траву свалился, он и скорчился от боли, пока лежал за щеку, цапнула змея. Педали! Беги от этих баб, крути педали! Педали! Беги от этих баб, крути педали!